Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас вот такой турнички еще с Басти, думал, что у меня не хватит на него динозавра, поскольку нужно было сражаться в дрожжи земли, но вроде как у нас там все получилось, и можно отправиться сюда. Задача у нас взять два хищника, ага, а остальных можно взять любых, это хорошо. Можно, так, 13 тысяч, да? Неплохо, да, смотрите, как если взять вот этих двух ребят, какие они против них немощные. Так, что мне по амфибиям? Так, амфибии есть. Кстати, у нас, да, главный чемпион это Гаргазух. Сколько сможет Гаргазух пробить? По нему будут бить... Блин, два косаря по нему будут бить. Капец, Гаргазух слабее, чем этот Карнотавр. Ну ладно, они примерно поровну. Это же просто капец. А, ну условие два хищника. Вот оно что, Михалыч. Ладно. Тогда давайте пойдем одними хищниками. Чё нам стоит дом построить? Так. Кого будем брать? Так, 3900. Допустим, Юдон, Процерат. И Индораптор. Давайте так пойдем. У них у одного... Это у нас кто там? Гигантозавр, да? 1651 уровня. У него жизни у одного, как у всех моих остальных вместе взятых. Давай. Супер-пупер спринтер Карнотавр. Не пробьешь. Лапки, конечно, у него смешные. Так, он отдал все, что у него есть. И я сейчас его пробью процератом на 4 удара. Почти за 3 схватить. О, за 3 я даже гигу могу пробить. Это круто. Я не против пробить гигу процератом. А, там 14 тысяч почти. Не хватит, да? Не хватит. Чуток. 3, блин, пробил таки нас. Но ничего. Мы отомстим. Сразу... урона так бы хватило на троих, да? У него 14, грубо говоря. А мы ударили 54, даже 4 бы пробили. Так, за это нам еще гены дают. За каждый бой, это тоже хорошо. О! Пахи освободился. Условие какое? Два хищника, ребята. Но мы, вы знаете, мы идем, конечно, только хищниками. Только хищниками. Хотя... Хотя... Я хочу взять сигнозавра. Юдон. Индораптор. И возьму даже сигнозуха. Ха-ха, нашинкую их. Нашинкую Рекса. Рекс! 547 уровня. Так, а этот самый крутой иритатор пока что. 148 1400 на 5000. Он за один удар меня не пробивает. Все отлично. Рискую. Эх. Неудачно получилось, конечно. Получилось не по феншую. Так, сейчас этого гляди еще мне не хватит. Не хватит. Если Рекс тоже имеет там 15 тысяч жизни, то мне не хватит его пробить. Да, Рекс 15 на 6 тысяч. Ё-моё. И он всего лишь на 2 проатаковал. Блин.
блин, а не прикольно получилось. Мне не хватает баллов. Я не насобирал, я рано. Надо было подсобирать баллов. Блин, вот 9000 сил удара. Ну, если я протакую на 5, ну не хватит мне. Вот, блин, если бы он балл не поставил, хватило бы. Наверное. Да, хватило бы, блин. Обидно получилось-то. Ничего, я сейчас сделаю то же самое, только с Сегназухом возьму 30-й его одолею. Вот так. Я сейчас ему отомщу. Унижу его даже. Можно так сказать. Это будет вообще легко сейчас. Ну, амфибий не беру, как вы понимаете. У меня Сегназух слабее, поэтому я взял пахигалозавра помощнее. Ничего, ирритатор. Трусишка. Сейчас у меня будет много баллов, и я все порешаю. Надеюсь. Наверное, можно было еще больше баллов насобирать. Конечно же. 14, блин. Ситуация получилась точно такая же. Ну, посмотрим. Может, не хватит баллов? Насколько он меня должен атаковать? На 2, на 3 балла. А, у него в защите ничего нет. Сейчас, блин, но у меня... А у меня будет 5. Должно хватить. Должно хватить, ребята. А может и нет. Будет обидно. Раз, два, три, четыре, пять. Походу не хватило. Блин, 1000 осталось. И он мне снова... Снова он меня унизил. Блин, а у меня Сегназухов уже нет. Не, вы не подумайте, я, естественно, легко бы мог пройти этот бой с первой попытки. Но вот здесь же как бы дело принципа, ребята. Так, а кто у меня тут еще самый сильный? По атаке. Блин, ну Сегнич был. Без Сегнича мы тут, походу, не затащим. У меня травоядных нету таких сильных больше. Блин, ну ладно, давайте пробовать еще. Мы не сдаемся. Я хочу сделать именно этим способом. Но у меня пахигалозавра уже нет. Так, баллов хватит, не хватит, хватит, не хватит. Сейчас у меня баллов останется больше. Блин, ну намного... Блин, он вообще капец. Он же вдвое слабее. Раз, два, три. Блин, не получится травоядный пробить никак. Что-то я думал, что он будет бить 9. Он же будет бить, блин, надо было поставить не 4 балла. Так, если я сделаю вот так вот. Раз, два. И раз, два. Ну, я уже мог бы его пробить, но моя задача убить его травоядным. Я думаю, так уж должно получиться. Он, блин, он меня сейчас на 3 проатакует. Не, на 4, молодец. На 4 точно. Так, вот теперь, надеюсь, месть моя состоится. Да! С третьей попытки, но я это сделал. Но если бы Сегназавр, было бы проще. Сороковый.
Ну, даже если бы у меня был 40-й, я бы во второй раз не проиграл, а выиграл. Но там был 30-й, ему 1000 не хватило. Ну, вот так вот. Выкрутился. Цель поставлена, цель достигнута. Унизить тиранозавра. Так, ну и условия. Два хищника. Вот такие вот у нас хищники. Крепкие ребята, конечно. Так, ну, давайте будем пробовать так порешать. Не знаю, получится или нет. Сам взять одну амфибию, было бы вообще элементарно это сделать. Вот так, ничего, все по плану. Так, ну вот вообще на два удара, конечно. Прям стыдно. Лучше бы тут был какой-то ютораптор. У них жизни по 16 косарей. Я думаю, он захочет раскрывать. Он всего лишь за один удар мог бы меня пробить. Потому он захотел меня проатаковать. Ну, а я его вот так вот уничтожаю легко. Ну давай, атака на 3. У него 5, но это нам не страшно. На 4 даже. Так, даже индораптор, в общем-то, ему уступает. Но не в этот раз. Вот так вот. Вот такая вот у нас серия унижения тиранозавра называется. Ради астафрикозавра. А на этом все. Всем пока.